Дамы и господа, в ринге забит Маугли Самеда! Я хочу добавить, что в этом ринге в самом начале должен быть, был еще один человек, который должен быть оставлен автограф на перчатках. Это тренер Забита, который секундирует его в этом бою, легендарный боец Дмитрий Писецкий. Ваши аплодисменты! Дима, мы не стали тебя отвлекать, потому что бой серьезный, бой финальный, бой супер тяжелой весовой категории. Итак, как я уже говорил, но повторю еще раз. Вызов нашему Забиту бросил один из сильнейших бойцов Европы. Боец, который не говорит по-русски, говорит, что ему это не надо. В Европе его соперники, в крайнем случае в Америке. Многократный чемпион Европы, призер Кубка мира, боец по прозвищу Гром, чей вес 128 килограммов, у Забита 94. Встречайте, наш гость из Румынии, Анатоль Марарescu! Опасных бойцов по правилам ММА. Анатоль владеет боевыми, болевыми приемами в партере. Он тушит соперников, которые тяжелее его и опаснее. Это ему сегодня не пригодится. Он готов сокрушить своего соперника с дистанции, в стойке. Я обращаюсь к рефери Андрушкевичу. Будет пытаться бороться, друзья. Будет вязкая и тяжелая битва. Я прошу всех с вниманием отнестись к этому бою. 3 раунда по 3 минуты. Правило К1. Поехали!
господа! Победу вам с нокаутом! В нокаут-шоу одерживает Сабир Маус!